Привет, друзья! Украинские СМИ опубликовали данные по стоимости российских ракет и поставках их войска в период с 2024 по 2027 год. Насколько это достоверно, неизвестно. Цена ракет в долларах указана на экране и в описании к видео. Судя по ценам, использование дронов выгоднее, но их сбивают чаще. По обнародованным данным, цена ракеты 9М728 «Искандер-К» составляет от 135 до 142 миллионов рублей за штуку. Стоимость баллистических ракет 9М723 «Искандер-Н» от 189 до 238 миллионов рублей. Ракеты «Искандер-М» идут с четырьмя типами боевых частей. Ракеты имеют кассетную боевую часть и три вида осколочно-фугасной боевой части. Также войска получат ракеты 9М723-2 «Искандер-Н». Возможно, это ракеты «Искандер» с дальностью полета от 500 до 1000 км. Неофициальное название – «Искандер-1000». Цена ракет «Искандер-1000» – 221 миллион рублей. Также заказаны модернизированные ракеты 9М729 «Искандер-М», дальность полета которых более 2000 км. Для их запуска нужна пусковая установка «Искандер-М1». Цена этих ракет – 146 миллионов рублей. Из документов следует, что цена ракет 3М14 «Калибр» от 168 до 190 миллионов рублей. Цена крылатых ракет Х-101 с заводским названием «Изделия 504» от 171 до 194 миллионов рублей. Цена гиперзвуковых ракет «Кинжал» – 366 миллионов рублей. Цена гиперзвуковых ракет «Циркон» – от 420 до 450 миллионов рублей. Цена новых крылатых ракет большой дальности «Изделия 506», известных под названием «XBD» – 377 миллионов рублей. Стоит отметить, цена ракет может опускаться с ростом их выпуска. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.